Победитель номинации «Молодое Подмосковье» Артем Филипцев. Его проект «Кинотеатр под открытым небом» позволяет жителям Кубинки и близлежащих поселений расширять возможности проведения своего досуга. Олег Кузнецов. Победитель конкурса в номинации «Молодое Подмосковье» с проектом «Образовательный форум «Перезагрузка». Это создание площадки, где молодежь может продемонстрировать свои таланты, находить единомышленников и воплощать интересные идеи, получая общественную поддержку.